У нас первая проба. Вот такой вот батончик с клубничкой. Он клубникой очень пахнет. Здесь яблоко, банан, клубника. Ну, клубника прям вообще обалденная. Сейчас Дима яблоко свое дожевывает. Покажешь батончик? Жестковатый, мне кажется, вот такой немножко. Да, и у Димы там морс налитый. Сломал его? Ты мало тебя. Да. Скажи, это как раз подарки, конфеты, да? От Деда Мороза, да? Тебе Дед Мороз подарил? Подарил Дед Мороз эти. Ну, что ты там дожевываешь? Интересно. Там газеты-то есть. Ну, давай кусай. Ну, как? Вкусно. Вкусно? Тебе нравится? Ну, возьми. Какая вкуснее, вот это или шоколадка? Шоколадка вкуснее. Да, батюшки какие мы, шоколадка вкуснее. Ну, кушай. Слопали с ребенком киндер и, смотрите, обнаружила такую вот штучку. Вспомнила свое детство. Тогда, вспомните, она была очень такая длинная-длинная. Я все время думала, что это такое. Что это может... Особенно, когда вот тут вот, вот такие вот цифры. Это буковки непонятные. Непонятном, непечатном каком-то тексте написанные. Как раз вспомнила детство, вспомнила себя. Вот эта штучка мне прям очень напоминает. Напишите в комментариях, напоминает детство она вам или нет. Тут опять была сборная машинка. Честно говоря, не люблю киндеры, потому что там нужно собирать огромными своими пальцами, собрать малюсенькую машинку. Это очень сложно. А ребенок у меня не получается. И ребенком, я помню, когда была, у меня тоже не получалось собрать. Лучше бы сделали бы уже цельные игрушки в виде бегемотика, например. Смотрите, какая машина приехала к нам. Красивая. Не знаю только какая. Ну такая, смотрите, она как игрушечная. Как в киндерах. Вот бывают машинки. Такая красивая. Класс. Таких я, кстати, ни разу не видела. Как будто прям под заказ сделанная. И такой у нее тут капот. Такая клевая. Там еще три циферка. Красивая, да? Напишите в комментариях, понравилось вам? Красиво. Все в детстве мечтали о красной машине. Особенно сзади вот с этой вот штуковиной. Я помню, в наше детство это было круто. Если она есть. Сейчас, по-моему, не знаю, уже редкость, когда такую штучку встретишь. Интересно. Что за модель? Что-то спереди ничего нету. Так, ремонт у нас закончился в этой комнате. Посмотрите, как мы устроились. Немножечко беспорядок. У нас уже вечер. Почти все уже разобрали. Вот немножечко осталось у нас с этой стороны. По частям разбираем. Тут уже коврик положили, трассу положили. Вот, столик, стул здесь вот встал, кровать. Пока что моя. Ребенок пока там спит. Ну, здесь так вот. Ремонт получился хороший. Потолок, посмотрите, какой хороший. Вот здесь у нас был облезлый потолок, потому что делал его свекр. И он купил самую дешевую массу. И, конечно же, она посыпалась. Вот здесь уже делал мастер, делал хорошо. Плинтуса, обои. Смотрите, какие классные. Здесь у нас лунушки, обои. И когда свет выключается, они светятся. Но на камеру, к сожалению, пока не получается у меня это сделать. Дима, пока что на камеру не получается мне это сделать. Вот. А, ну и, конечно же, мы линолеум новый постелили. Новые плинтуса. И вон там вот мы заделали. Вот так вот заделали. Ну, не мы, а мастер. Что-то тут. Уголочек. Вот, чтобы не двигался этот вот
бордюрчик, что ли, как его назвать. Вот здесь мастер, кстати, тоже все прочистил, заклеил все. Как уж он заклеивал, не знаю, под батареей. Не знаю, неизвестно мне. Вот. Это у нас была первая часть, первый ремонт в комнате. Первая часть. Будет вторая, следующая. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.